Спаси ребенка. Котовой Рите 7 лет. Болезнь девочки называется туберозный склероз, трансформация головного мозга, эпилепсия с частыми приступами. Рита все время должна принимать дорогостоящие лекарства. Среди них препарат Сабрил, который производится в Финляндии и продается только в Москве. Стоимость одной упаковки 3000 рублей. На месяц нужно 3 упаковки. Итого 9000 ежемесячно. Рита выведена на инвалидность, но пенсии не хватает даже на это лекарство. Девочку воспитывает мама, и у нее нет таких средств. Рита, если бы не болезнь, пошла бы в этом году в школу, но она все время находится на лечении в больнице. Если вы решили помочь Рите, перечислите денежные средства на расчетный счет Российского детского фонда, указав «Для Риты Котовой». Более подробную информацию вы найдете у нас на сайте www.hakirova.ru. Номер редакции 708-502, номер детского фонда 653-850. Любой взнос будет принят с благодарностью. Спаси ребенка.